Легенда о гостеприимстве абхазцев. Поведал как-то Бог народом всем явиться, чтоб землю между ними разделить. Абхазец, как и все, в тот путь стремится, но у порога гость. Как тут спешить? Как отказать уставшему с дороги? Ведь Бог гостеприимным быть сказал. Он гостя принял в доме и в итоге к земельному разделу опоздал. И молвил Бог ему: «Ты задержался, все земли я раздал, причина в чем?» Абхазец отвечал, что путник постучался, устав с дороги, утром в его дом. Пророк Апаимбар, служитель Бога, абхазца речь тотчас же подтвердил, сказав, что путникам, уставшему порога, мешавшим горцу, он в то утро был. И Бог, услышав про такие речи, сказал абхазцу: «Заповедь мою о гости ты за землю не нарушил. За это я в награду отдаю тот край тебе, что для себя берег. И пусть гостеприимство сохранится, маня гостей в сей райский уголок. И если кто злым умыслом решится его забрать, не вздумай отдавать. Я землю Апсны от врагов навеки тебе повелеваю защищать».